Доброе утро, друзья! Сегодня исторический день для туркменского народа. Давлетжан Якшимурадов будет выступать в гран-при в финале за $1 000 000. Так что, друзья, поддержим Давлетжана Якшимурадова. Это исторический день для спорта в Туркменистане на самом деле, потому что единственный боец из Туркменистана, который вот достиг таких вершин именно в ММА. И, друзья, надеемся, что он победит, он сделает историю для туркменского народа и заберет $1 000 000 к себе домой. Пожелаем удачи в комментариях Давлетжану Якшимурадову. И, кстати, он заберет и пояс в этой лиге. Так что он станет и чемпионом, и победителем гран-при за $1 000 000 в организации PFL. Друзья, поддержим его в комментариях, пожелаем ему удачи. И дай Аллах, чтобы он вернулся в Туркменистан с поясом и в качестве чемпиона. Подписываемся на канал. Мира вам и добра.